Небо у нас в груди, небом един весь мир. Женщина дает жизнь. Если вам не нравятся сегодняшние мужики, родите новых. Создайте себе тот образ, придумайте его. Найдите мужчину, который бы хоть как-то соответствовал этому образу. Это очень важно. Ибо, да, в сперме мужчины заложена его информация. То есть информация, его представления, его мироощущений. И мало только, конечно, только одной женщине знать, что она богиня и что она может исправить этот мир. Конечно, нужен мужчина. Но, тем не менее, это уже шаг к спасению, так называемому спасению мироздания. То же самое я говорю женщинам. Если вы поймете, что когда вы ложитесь в постель с мужчиной, у вас есть колоссальное оружие. Вы можете читать в этот момент мантру или загадывать мечту. И если вы научитесь соединять акт физической близости с удержанием мысли на самых высоких своих мечтах, вы будете реализовывать эту мечту по укороченному пути. Это церемониальная магия, это сакральность секса. Но для этого нужно иметь раскрепощенное сознание. И раскрепощенное не настолько, что я такая свободная сексуальная, и я раскрою храм мамы каждому. Нет, как раз в этом-то и заключается знание. Бесполезно каждому раскрывать. Потому что нужно найти того, кто вложит в тебя нужное семя. А ты, зная, что ты богиня, зная, что ты свята, что бы ты ни делала, что бы мир с тобой ни делал, ты знаешь, что ты богиня любви, что ты мать этого мира. Ты в ребенка своего вкладываешь эту информацию. Не информацию греха, я греховный, я грехом занимаюсь, и бессмертная частица, святая, бессмертная, чистая, обрастает нашими заблуждениями, нашими иллюзиями уже во время зачатия. И потом или сбрасывает во время земной жизни, или нарастает новыми комплексами, иллюзиями, заблуждениями. Так вот, дело до зачатия нужно делать женщинам.